В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» депутат городского собрания Шамсулгуда Магомедов от лица всех жителей города предоставил эскизы дизайн-проекта членам комиссии по благоустройству и реконструкции городского фонтана, расположенного рядом с городской библиотекой имени Расула Гамзатова, так как фонтан на сегодняшний день не соответствует современным требованиям технологий. Я написал тоже обращение, чтобы в городе, хотя бы один из центров города, хотя бы очень красивый, чтобы фонтан представили. Где каждый праздник наши дети, взрослые, единственное, что, есть в городе, на этот фонтан приезжают и отдыхают с детьми. На состоявшемся собрании были представлены три варианта предлагаемых проектов по благоустройству и реконструкции центрального городского фонтана, который, по словам участников встречи, уже давно утратил надлежащий вид. Предлагаемые эскизы дизайн-проекта предусматривают облагораживание прилегающей территории, озеленение, а также постройка более широкого и современного фонтана. Ну, реконструкция будет, это все, она не соответствует. Даже по безопасности она не соответствует, потому что там... Если взять глубину сейчас, она где-то 1,20 м, даже если ребенок упадет, там может, не дай бог, не дай Аллах, будет еще какой-то может произойти. А так будут современные проекты с итальянскими, немецкими насосами, оборудованиями. Будет меняться вся плитка, она потому что просела. Скамейки видите, в каком ужасном состоянии. Тем более, это контролируется и замглава администрации, курирующим нашим Каргалиевым, Каргалием Магомедовичем. По словам членов комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории города, вся проводимая работа будет выполнена за счет средств из федерального бюджета и не потребует финансовых вложений жителей. Все, что будет требоваться от горожан, это бережное отношение, подчеркнули присутствующие. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».